Здравствуйте, меня зовут Ира Ливанчук, и я живу в деревне, в Новосибирской области, потому что некоторые спрашивают. Так что иногда буду повторять. Сегодня хотела поговорить на такую тему – радости и трудности деревенской жизни. Начну с радости. Вот, у меня радость. Смотрите, прелесть. Очень жалко, что амариллисы цветут так редко. Не знаю, как у кого, у меня цветет один раз в год. Но у меня несколько растений таких. Но все равно растет редко. Ой, цветет редко. Единственное, что вот долго, там нормально, в общем-то. Вот эти вот два, вот этот и вот этот цветок распустились уже неделю назад. Этот распустился второй день, а этот сегодня распускается. Поэтому вот все равно, я считаю, достаточно он цветет. Не так уж, знаете, как вот гибискус цветет один день всего. Безумно красивые цветы у гибискуса, и он цветет один день. Очень жаль. А этот все-таки, ну, постоит, порадует. Поэтому вот, хотела про радость сказать. Ну, давайте по порядку. 1 мая исполнится 3 года, как мы переехали жить в деревню. Все это время, конечно, мы делали какие-то дела, ставили задачи. И не скажу, чтобы какая-то хотя бы одна задача нам давалась, решение задачи какой-то давалось легко. Честно признаюсь, всегда было трудно. Ну, может, потому что опыта нет. Скорее всего, именно поэтому. Задачи у нас решались всегда трудно, потому что это все для нас было впервые. Сейчас, например, то, что я уже умею делать, мне это уже не трудно, но в основном у меня какая-то дурной какой-то характер, мне все время нужно что-то новое, что-то какие-то трудности придумывать, вот такой у меня дурной характер. Поэтому вот остановилась бы на чем-нибудь, научилась бы, остановилась бы, и все, и хватит. Нет, мне надо вот что-то пробовать новое. Вот у меня, в общем-то, и раньше знакомые отмечали это в моем характере, что мне нужно вот что-то замутить, что-нибудь новое. Вот, поэтому я не жалуюсь на судьбу. Знаете почему? Потому что я во многих роликах об этом говорю. Если вот кто недавно на моем канале, посмотрите, пожалуйста. Не так давно я веду канал, всего 2 года. Это сейчас вот 19-й год, начало года. Это начало 3-го года, как я канал веду. Поэтому можно посмотреть. Не так и много у меня, мне кажется, видео. Вот я иногда, знаете, так вот плейлисты просматриваю. Думаю, что-то я так вроде снимаю. Так мало у меня роликов. Поэтому есть, конечно, мои любимые ролики, кстати говоря. Но, конечно, отступление, но я все равно скажу. Мне очень нравится ролик, когда мы первый раз с Вадимом вышли торговать на трассу. Получилось очень весело. Несмотря на то, что я очень сильно волновалась, но получилось весело. Поэтому, если хотите, я оставлю ссылку под этим видео. Посмотрите, пожалуйста, посмеетесь вместе с нами. Какие мы продавцы вышли продавать на трассу. Ну вот, по крайней мере, все равно получилось тема вспомнить этот ролик, потому что это, конечно, для меня было очень волнительно и трудно, и незнакомо, но мы как-то вот попытались с помощью шуток, прибауток решить эту задачу тоже. Ну вот, я в этом ролике не хочу, честно говоря, перечислять, вот и это было трудно, это, хотя кое-что скажу дальше. Вот, я просто хочу вообще в целом сказать о моей личной философии этого всего трудностей и радостей. Ой, умела бы еще красиво говорить, потому что когда вот лежишь на диване, думаешь, ой, сейчас ролик сниму, вот это хочу сказать, в голове вот эти мысли роем, так красиво, логично, вот это все выстраивается, думаю, какая я умная, села и все. И где, ну что, о чем я думала, все сразу вылетело из памяти. И записывать, наверное, надо было. Я кое-что записываю, между прочим. Быстренько записала, потом не поняла, что записала. Какой-то почерк у меня не тот. Потом с какого перепугу я это написала, к чему это приставить, чем начать и чем закончить. Короче, у меня это не получается. И не говорить не получается. Единственное, и вообще я по жизни спринтер. Я
люблю все делать коротко, быстро, говорить что-нибудь коротко, быстро, может быть, наполнено смыслом очень хорошо. Не знаю, может быть, надеюсь на это, что я стараюсь так и говорить и делать, но не запутала вас еще. Сама уже начинаю путаться. Ну ладно, давайте про трудности и радости. Вот смотрите, трудности, вообще-то это слово как бы не очень-то я люблю. Я люблю слово задачи, я уже тоже об этом говорила уже. Так вот смотрите, решаешь задачу, получается радость. Правда же? Ну от этого же, а от чего еще радости-то бывают? Радости бывают от того, что ты, что... Не, ну, конечно, радости близкие. Вот у меня сейчас внук приезжал, боже. Это только, наверное, люди, у кого есть внуки и внучки, только знают вот это вот счастье. Вот это необыкновенное счастье. Ну, а то, что касается своих личных достижений, я сейчас про это говорю. Потому что это внук мой, это не мое личное достижение, это достижение моей дочки. Вот. А про личные достижения, про вот, сегодняшнее время хочу сказать. Вот смотрите, вот задачу я решила, испытала радость. Откуда радости брать? Вот отсюда радости брать. Что-то сделала, порадовалась. Что-нибудь у нас построилось красиво, душа радуется, поет. Что-нибудь тут построили, отремонтировали. Ой, как хорошо, какое счастье. Ну вот так. Или, например, вот смотрите еще, что я заметила. Вот, вот такую радость, задачу решил, радость испытал, да? А если вот, например, решаешь задачу, пробуешь что-нибудь, да? Пробуешь, не получается. Ты снова пробуешь, опять решаешь задачу, опять не получается. Ты снова пробуешь, решаешь задачу, опять не получается. Снова ее решаешь, каждый раз пробуешь, пробуешь. И на четвертый раз у тебя эта задача получилась, ты решить, получилось решить эту задачу. Представляете, какая радость от этого получается? В 4 раза сильнее и больше. Я это к чему? К тому, что чем труднее задача, тем сильнее радость. Так что не бойтесь трудных задач. Вы испытаете огромную радость. Вот и к чему это. Болтаю. Так. Хотела сказать вот еще о чем. Все-таки. Об одном конкретном деле хотела сказать. О том, что у меня, что оказалось мне не по силам. Пока. Потому что я не собираюсь сдаваться, так скажем. В общем, все вы знаете, у меня вышел ролик, как я выясняла, почему у меня курицы закукарекали. И мне пришлось самой отрубить им головы, так скажем, просто и понятно. Ну вот я такая, знаете, я, честно говоря, передо мной мало вот чего-то такого непреодолимого. Я как-то, знаете, привыкла считать, что невозможного в этой жизни мало. Нужно просто делать, стараться, тем более. Если что-то делают другие люди, и женщины в том числе, то я смогу это 100%. Понимаете, я вот лично так к жизни отношусь. Ну и в этот раз я тоже так же. Думаю, ну раз это все делают, наверное, что там? Я, наверное, тоже сделаю. Хотя мне было очень трудно собраться с мыслями, настроить себя, все это подготовить, все-все-все-все. Я вот на этом, на одном духу все это сделала, разделала, даже показала, сняла ролик, выложила. На второй день как-то все-все, на третий день как-то, и знаете, вот я испытала огромный стресс. Огромный. Я очень давно не испытывала таких стрессов. Огромный стресс. Меня трясло, колотило. Борьба такая внутри у меня была. Очень все это было неприятно. В результате я заболела. Какой-то вирус подхватила. Но, в принципе, как бы казалось бы, несовместимое. Да, вот стресс со мной произошел вот такой насчет курицы. И я заболела каким-то вирусом.
Но с другой стороны, это прямое следствие, потому что я люблю на эту тему говорить. Если, например, человек испытывает стресс, у него начинается усиленный расход всяких витаминов, микроэлементов в организме, и в это время надо очень сильно пополнять, ну и так далее, и так далее, позаботиться о себе любимой. А если вот этого недостаточно, то, конечно, иммунитет падает, и все, и ты можешь любой вирус подхватить, и любую простуду, гриппу и так далее. Это, в общем, кто с этим сталкивался, и все знают, от чего это происходит. Ну и я слегла, и серьезно, и надолго. И слава тебе, Господи, что у меня приехала дочка. Я не знаю, что бы было со мной. Я вот так вот лежала бы, и все. А она как-то у меня по-мудрому все знает, как это все у нее, потому что опыт, то ли опыт побольше, то ли она вот проходила уже этот вирус, то ли что. А она меня с ложечки одним, другим, третьим выпоила, выкормила, выходила меня. И, в общем-то, конечно, чувствовала себя я плоховато, но все равно, слава богу, что вот и она знала. Мне нравится вот это, что не надо было ни скорую вызывать, ничего, несмотря на плохое мое состояние. Она просто знала, что нужно делать с этим, потому что у нее уже был опыт. Я вот, слава тебе, Господи, что так у меня случилось, что я была не одна в это время. А если бы одна, я не знаю, наверное, скорую бы вызвала. И все, вот так вот. Так вот, хочу сказать, что вот с этой трудностью я не справилась. Конечно, я могла бы сказать, что вообще это не женское дело, и этим должны заниматься мужчины или попросить кого-нибудь, но у меня не такой характер, поэтому придется мне в этом как-то поработать над собой, что-то как-то вот здесь вот изменить свое отношение к этому, и, в общем-то, придется мне все равно этим заниматься, потому что, знаете, Вадим у меня не всегда бывает дома, а случиться может всякое. Например, птица может заболеть, и нужно будет ее срочно убрать. И что, я буду бегать кудахтать вокруг, что ли? Мне же нужно будет хладнокровно что-то сделать. Поэтому однозначно я буду над этим работать, и я думаю, что у меня все получится. Так вот, вот на сегодняшний день, несмотря на то, что, конечно, вот это вот построить дом, вот эти новые какие-то дела с новыми животными, это непросто все, непросто. Но, как оказалось, для меня вот такая вот задача на сегодняшний день оказалась вот не по силам. Вот так вот. Но все впереди. Не очень-то приятно об этом говорить, но я живу в деревне. И раз уж я выбрала, если уж я назвалась груздем, полезая в кузов. Вот как. Вот. Ну, а остальные задачи что? Все решается. Все у нас, конечно, вот недавно тоже я сняла ролик, ну, вот не знаю, надо будет, наверное, показать его. У нас случилось, тоже пока Вадима не было, случилось короткое замыкание в сарае, потому что там сыро, может быть, из-за этого, не знаю. Ну, ничего, пришел один дяденька-волшебник и все мне исправил. Все сделал, все четко, все. И наругал, сказал, что не надо, ай-яй-яй, вот так делать нельзя категорически, ни в коем случае, нужно делать вот так вот. Снимайте, говорит, снимайте, а он, наконец-то, смотрит на ролики. Вот снимайте, смотрите, вот так вот нельзя делать, а надо вот так вот делать. И все сделал хорошо, и заизолировал, какие-то там поставил предохранители, что там какие-то ящички поставил, выключать, отключать, включать, и прям мне так понравилось, все запрятал, все отлично. Ну вот. Специалист есть специалист. Уважаю просто вот таких людей, которые умеют, знают свое дело, умеют все так хорошо, красиво, аккуратно делать. Вот так вот. Но мы, конечно, дилетанты, но все равно потихонечку мы учимся, стараемся. Ну, а в остальном, конечно, радости все равно больше. Вон, цветы цветут у нас уже, весна вовсю. Кливия у меня зацветает. Кто помнит, я показывала, рассаживала кливию. Одна так с семенами стоит, не засохла, как-нибудь покажу. Ну вот, а другая опустила стрелку. Листики там не очень, но стрелочка, я покажу вам ее.
Молодец. Хорошо, что я ее не выбросила. Тоже радость. Вот. Ну а про самые главные мои, то, что меня греет, то, что меня вдохновляет, это вот рождение цепушек. Всяких разных цепушек. Я не перестаю удивляться. Я удивляться не перестаю, как они помещаются там в этой скорлупочке в маленькой. Они вылазят сразу огромные просто. Ну, одна голова, наверное, на яйцо. Ну, я не знаю, такие лапы, ноги, головы. Как-то он там складывается, вообще непонятно. Вот это мне удивительно и радостно, и восхищает меня очень. И просто... Не знаю, я даже сама себе завидую, как это я так жила в городе и не испытывала такой радости, и не видела вот этого всего, как это все случается. Ну, конечно, может быть, я и видела где-нибудь там в Ютубе или, может быть, в кино в каком-нибудь, но когда это вживую, сами понимаете, это совсем другие эмоции. Так же, как, например, и кино посмотреть или спектакль в театре, тоже огромная разница, потому что это энергия, это настоящее, все живое. Вот так вот. Ну вот. Просто чуть-чуть поделилась с вами сегодня. Конечно, половина забыла, чего вот это у меня мысли роем были в голове, умные мысли. Я всю эту половину забыла, но все равно мне даже писали ВКонтакте, что переживают за меня, все ли у меня в порядке. И я решила вам сегодня показаться, что у меня все в порядке. Наконец-то, слава богу. Ну и вы... А кому понравилось мое видео, подписывайтесь на мой канал, делитесь с друзьями, пишите обязательно комментарии, ставьте лайки и заходите почаще в гости. Пока-пока!